Барух, продолжаем законы Мегила. Царих ломара серед вне Хаман, ветивада серед вне Манишама, ахад леудия шукулам нергу ве натлу ке эхад. Мы предложение про 10 сыновей Амана, которые читаем на Мегила, нужно прочитать одним вздохом. То есть, во-первых, вздохнул и полностью читаешь 10 сыновей Амана изнутри Мегила. И почему? Потому что их всех десятерых повесили, как будто один, то есть на них всех десятерых был один и тот же вердикт. В то, и, конечно же, должны все это делать Бенешиме Ахадва там. Почему? Потому что написано тоже Хамеш Меот Иш, 500 людей, которые там написано, то, что в этот день убили, тоже включит в это самое дыхание. Почему? Потому что они были главами этих 500 человек. То есть эти вот 500 человек, они были менеджерами, а эти 500 человек, они выполняли свои нехорошие законы. И в холзе лехатхиле, и это все, конечно, лехатхиле, самое лучшее. Если человек не может одним дыханием прочитать, если он читает два дыхания, тоже пойдет. Самое лучшее все прочитать с одним дыханием. Если человек не может так глубоко, скажем, дышать, то одно дыхание, несколько дыханий тоже пойдет бодиават, тоже кошерно. Барух Адонай лаолам, амин ве амин.